Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Максим Мельников, и сегодня я расскажу вам о главных событиях прошедшей недели в Красногорске. За эти 7 дней произошло немало интересного, и мы постарались отобрать для вас самые яркие и захватывающие моменты. Не переключайтесь, будет увлекательно. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин совершил рабочую поездку в Красногорск. В ходе визита он ознакомился с ходом ремонтных работ и модернизации котельной номер 7. По результатам осмотра руководитель констатировал, что работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Это позволит повысить эффективность работы котельной и обеспечить комфортный температурный режим в домах. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева во всех муниципалитетах проводится реконструкция и модернизация котельных и тепловых сетей, направленная на обеспечение качественной и бесперебойной работы в холодное время года. Процесс реализации программы в ходе рабочего визита в Красногорск оценил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. В составе комиссии также представители администрации округа и Министерства энергетики региона. Посмотрели, как ведутся мероприятия по модернизации котельной. В частности, нас больше всего интересовали вопросы электроснабжения. Это качественного и надежного электроснабжения на данной котельной. Ввиду того, что идет глобальная модернизация, мощность котельной увеличивается. Соответственно, мы меняем трансформаторы для того, чтобы не останавливать котельную в период осенне-зимний 24-25. Кроме увеличения мощности, в рамках реконструкции здесь появится современная система диспетчеризации, позволяющая в режиме реального времени следить за работой котельной. По такому принципу будет модернизирована вся система городского теплоснабжения. Задача же на данный момент не только проинспектировать выполнение работ, но и расставить приоритеты на будущее. Цель этой встречи была определить задачи на этот год, какие поставить по завершению работ, поставка оборудования и запуск котельной уже в штатном режиме после реконструкции. На данный момент строительная готовность котельной около 71%. Соответственно, вот за этот месяц с небольшим необходимо все закончить. Встречи с жителями – залог успеха. Регулярные выездные приемы руководства муниципалитета с работниками предприятий играют важную роль в жизни города. Они не только вдохновляют и мотивируют сотрудников, но и укрепляют связь между властью и производством. Такие мероприятия позволяют представителям органов местного самоуправления лучше понять нужды и чаяния своих граждан, а работникам ощутить свою значимость и важность в деле развития округа. Красногорский завод имени Зверева, холдинга «Швабы», госкорпорации «Ростех» принимают представителей окружной администрации. В начале встречи глава муниципалитета Дмитрий Владимирович Волков наградил передовиков производства благодарственными письмами и поблагодарил за труд, вручив памятные знаки. Среди пятерки лучших и Екатерина Полищук. Такое одобрение деятельности оказалось для нее неожиданным и приятным. Профессионал в сфере имущества работает на предприятии чуть меньше года, но уже зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Приходила в отдел главным специалистом, а через полгода стала заместителем начальника. И сегодня с любовью отзывается и о заводе, и о городе. Прекрасно, очень нравится. Я полюбила и завод, и город Красногорск в целом. Очень зеленый, красивый. Вообще такой маленький, небольшой, уютный город. Сегодня на заводе, одном из ведущих предприятий в области оптического и оптико-электронного приборостроения, трудится более 3000 человек. Возможностью обратиться к главе Красногорска, его замам, руководителям окружных ведомств и учреждений, можно сказать, не отходя от рабочего места, воспользовалась Светлана Лихова. Ее интересовали вопросы освещения парковки рядом с домом, а также ход благоустройства парковой зоны в районе реки Синички и территории между улицами Карбышева и Речной. По благоустройству исчерпывающий ответ получила и по срокам, и по планам, в том числе по планам на будущее меня проконсультировали. Вот. Вопрос по освещению парковки зафиксировали и буду ждать профильного специалиста для дальнейшего решения. Во встрече с заводчанами в формате выездной администрации принял участие и депутат Госдумы Сергей Колунов. Как житель Красногорска он отметил, что людей по-прежнему волнуют обычные житейские вопросы. Горячая вода, потом чистота воды, плюс дорога, плюс рассматривался еще вопрос тарифов. Обычные вопросы, которые каждый день нужно решать.
Я не вижу ничего нерешаемого, я не вижу никаких сложных вопросов. Просто системно решать, работать и работать. И все. В течение полутора часов длилось общение представителей администрации с трудовым коллективом градообразующего предприятия. За это время была получена обратная связь от заводчан по вопросам ЖКХ, работе медучреждений, транспортного обслуживания. Мне особо приятно, что люди переживают в целом за транспортную доступность, на то, как работают станции МЦД. О чем это говорит? О том, что мы все-таки уже приходим в то место, где людям говорят удобно. И с одной стороны мы на рабочем месте, а с другой стороны есть пожелания, обращения, где-то это сильные переживания связаны с тем, чтобы в нашем городе становилось лучше. И этого администрация может добиться только совместными усилиями с жителями, глаз которых обязательно будет услышан. А внимание и забота станет сопровождать их всегда, подчеркнул глава. 31-я конференция красногорских единороссов прошла в Малом зале Дворца культуры Подмосковья. Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Владимирович Волков отчитался перед однопартийцами о проделанной за год работе и наметил планы на будущее. В мероприятии приняли участие депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов. Ежегодно количество вовлеченных в партийную деятельность красногорцев только увеличивается. Сегодня в местном отделении «Единой России» насчитывается 2175 членов партии, 1998 ее сторонников и 215 молодогвардейцев. При этом по результатам работы наш округ – один из лидеров в Подмосковье. Это отметил и присутствовавший на 31-й конференции красногорских единороссов, где были озвучены данные цифры, депутат Мособлдумы Роман Володин. Сам партиец со стажем в 17 лет. Почему у нас такой высокий кредит доверия? Потому что мы демонстрируем результат. Мы открыты к критике, мы открыты к инициативе. И вот благодаря этому, на мой взгляд, все-таки 17 лет, можно считать, что я уже опытный человек, мы эффективны. И если у нас что-то не получается, когда мы выходим к жителям, мы открыто говорим в глаза «почему». И человек, житель наш, понимает и нас поддерживает. На конференции красногорские единороссы подвели итоги своей деятельности за прошедший год. В рамках реализации 28 партийных проектов проведено 420 мероприятий. Активно идет поддержка участников СВО и членов их семей. Отработано более 330 заявок, отправлено 70 тонн гуманитарной помощи, еженедельно проводятся встречи с родными бойцов. В муниципалитете динамично ведется строительство соцобъектов, ремонт дорог, детских игровых и спортивных площадок, кровель и фасадов, оборудование пандусов. И задачи на будущий год не менее грандиозные. Также делегаты конференции путем тайного голосования выбрали двух новых членов местного политсовета. Отметили важность формирования оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Победы и обсудили другие важные темы. Поговорили о елке желаний, которой дадим старт 1 декабря. Поговорили о наших ветеранах. Поговорили в целом о том, что называется вызовы. И что очень важно, не нужно забывать, идя к будущим победам, уроки истории прошлого. Прошлые начинания, прошлые достижения наших первостроителей, градостроителей, первопроходцев, кто фактически здесь стоял у градообразования нашего любимого Красногорска. В рамках мероприятия были определены 9 делегатов, которые представят Красногорск на 29-й областной партийной конференции, которая состоится 22 ноября. Кроме того, в торжественной обстановке глава муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Владимирович Волков вручил партбилеты 25 новым членам партии, а также поблагодарил однопартийцев и вдохновил их на продолжение созидательной и позитивной работы на благо жителей округа. Большой вклад в лечение маленьких пациентов. Образовательный центр «Созвездие» получил 6 современных приборов, предназначенных для детей с заболеваниями центральной нервной системы и органов зрения. На минувшей неделе работу оборудования оценил депутат Московской областной думы Роман Володин. Образовательный центр «Созвездие» получил дополнительное медицинское оборудование для оказания высококвалифицированной комплексной помощи детям с врожденной или приобретенной инвалидностью, а также сложными орфанными заболеваниями.
6 новых приборов появились здесь благодаря поддержке депутата Московской областной думы Романа Володина, который осмотрел технику вместе с заместителем председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богданом Андрияновым. В рамках инициативного бюджетирования депутат Московской областной думы в году имеет право привлечь определенные средства, в данном случае 10 миллионов рублей. Мы с Сергеем Николаевичем определили перечень, но округ большой, поэтому все нуждаются в помощи. Сюда было выделено мной 2 миллиона рублей, весь план реализован, и самое главное, что происходит рост производительности труда. Сергей Николаевич сейчас, я думаю, что расскажет в подробностях, но вот как мы планируем, вот у Сергея Николаевича всегда все получается, у меня сердце радуется, вот всегда все получается, поэтому всегда качественный рост. Большое вам спасибо. Роман Александрович, да, спасибо вам огромное, потому что деньги действительно, они идут не только по целевому назначению, но и качественным образом изменяют жизнь наших детей, инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому оборудованию мы имеем возможность за одну смену оператор, допустим, за одну процедуру берет не одного, не двух, а сразу четырех детей. Таким образом, у нас снижается очередность на все процедуры. Вот. На сегодняшний день центр полностью укомплектован специализированным реабилитационным оборудованием для детей с нарушением центральной нервной системы, с неврологическими заболеваниями. И в этом году мы закупили большой объем оборудования специализированного для лечения нарушений органа зрения. Все полученные аппараты российского производства. По словам специалистов, теперь за полный рабочий день они смогут провести терапевтический сеанс 56 маленьким пациентам, а ранее пропускная способность кабинета составляла 22 ребенка в смену. Также адресную помощь от руководства и родительского совета школы «Светлые горы» получили 4 ребенка-инвалида. Им были переданы велотренажеры для реабилитации «Армед». Благодаря выделенным Романом Володиным средствам в ближайшее время «Созвездие» получит доп. Оборудование для бальнеотерапии и гидрокинезиотерапии. В деревне Нефедьево на рубеже обороны прошел торжественный митинг, посвященный памяти легендарного военного парада 1941 года. Учащиеся 1-го Московского кадетского корпуса собрались вместе, чтобы отдать дань уважения героям, вставшим на защиту столицы в самые трудные дни Великой Отечественной войны. Этот парад стал символом несгибаемого духа и мужества нашего народа, а сегодня эти традиции продолжают молодые поколения, готовые служить Родине. День 7 ноября по-прежнему является важным днем календаря для тех, кто бережно хранит память о ключевых событиях прошлого, выпавших на это число – дату проведения исторического военного парада на Красной площади в 1941 году. По многолетней традиции 1-го Московского кадетского корпуса учащиеся провели торжественный митинг и выездной урок истории в одном из знаковых мест Подмосковья – деревне Нефедьево, обладающей почетным званием «Населенный пункт воинской доблести». Цель одна – воспитание, прежде всего, патриотических чувств в подрастающем поколении. Любовь к родине, знание истории своей родины, память отцов и дедов, воспитание настоящих патриотов своей родины. Деревня Нефедьево стала последним рубежом героической обороны Москвы на северо-западном направлении осенью-зимой 41-го года. Мемориальный комплекс, который увековечивает подвиг воинов 9-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерала Афанасия Белобородова, выбран для проведения мероприятия не случайно. У многих современных подмосковных кадетов с ним связаны семейные воспоминания. Сегодня мы находимся в памятном для кадет месте, потому что 83 года назад здесь воевали наши прадеды и деды за мирное небо над головой. Мы должны чтить их память, и именно поэтому сегодня мы возлагаем цветы и вспоминаем предков. Патриотическое мероприятие организовано и проведено при поддержке администрации городского округа. В торжественном митинге приняли участие 75 кадетов-старшеклассников. Ребята почтили память павших за родину и поклонились отважным защитникам Москвы, отчаянно сражавшимся до последней капли крови тогда, за будущее каждого из нас сегодня. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков принял участие в божественной литургии в храме Дмитрия Солунского в селе Дмитровское, приуроченной к престольному празднику. Он поздравил прихожан с этим значимым событием, отметив важность духовных традиций. После службы в Патриаршем подворье прошла праздничная концертная программа, в которой приняли участие народные коллективы и воспитанники воскресной школы храма.
Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков посетил божественную литургию в храме Дмитрия Солунского в селе Дмитровское. Торжественное богослужение приурочено к престольному празднику великомученика Дмитрия Солунского, который православные отмечают 8 ноября. Вместе с верующими в этот день возносили молитвы настоятельница Алексеевского, ставропигиального женского монастыря Москвы игуменья Ксения и старший священник патриаршего подворья протоиерей Артемий Владимиров. Возглавил службу епископ Павлово-Посадский Силуан. Отче, время живота нашего в мире покаяния скончати, Господа просим. Святой Дмитрий родился в греческом городе Фессалоники, Солуни на старославянском, в семье высокопоставленного римского консула. Как и его отец, он был тайным христианином и спасал от уничтожения своих единоверцев, за что и был брошен в темницу и казнен по приказу императора Максимилиана. После смерти великомученик неоднократно спасал свой город от врагов и спустя столетия стал почитаться на Руси, особенно среди воинов. В его честь был назван князь Дмитрий Донской, одержавший победу на Куликовом поле. Помнит и славит святого и сейчас. Мы очень любим Дмитрия Солунского, мы здесь живем, мы прихожане этого храма. Для нас это большой праздник, большая благодать в душе и в сердце от того, что мы сюда пришли. Вот, у нас трое детишек, вот сейчас самый маленький с нами. Дочка у нас в Греции учится, тоже там благодатна ей, Дмитрий Солунский ей помогает. Я вообще житель Москвы, но живу на даче на Никольной горе. Вот. Моего сына зовут Дмитрий, и мы этот праздник очень любим и уважаем, и все время сюда ездим. Но сегодня я здесь одна, к сожалению, он не смог сегодня, но все равно я счастлива, что я сюда приехала. Замечательный праздник, все просто чудесно, замечательный храм, вот, и священники все понравились. Праздник продолжился народными гуляниями на подворье с традиционными угощениями в виде горячих блинов и чая из настоящего дровяного самовара. Перед гостями выступил ансамбль народной музыки «Живо», а также обладатели диплома ЮНЕСКО за сохранение песенного культурного наследия – народный коллектив «Беседушка». Мы давние друзья Дмитровского подворья. Мы очень часто сюда приезжаем, нас приглашают на многие праздники, которые проходят в этом замечательном подворье. Чувства, светлые чувства, праздник именины Дмитрия Солунского – это праздник для этого храма, праздник для людей, прихожан. Поэтому мы сюда всегда с таким с теплым, нежным и радостными чувствами приезжаем. Такие же чувства объединяли в этот день и всех участников праздника в честь Дмитрия Солунского, мироточца и одного из самых любимых в России святых воинов-победоносцев. Крест в руке у ста с молитвой побеждал великий князь. Такими были основные события прошедших 7 дней в Красногорске. Впереди рабочая неделя, которая, я уверен, принесет нам много хороших новостей. Это была программа в объективе КРТВ. Скоро увидимся. Пока.